Сбрасывание. И вот Нурисламов может бросить. Ой-ой-ой, какое спасение Тенквиста. Не живей. Нет, тут съели с потрохами. Каспарса Даугавинша. Ошибка. Перехват в центральной зоне. Активен сегодня Джонсон, безусловно, но пока все это пустую. Индрашес и гол! Все-таки сказали хоккеисты этой тройки нападения свое веское слово. Микс Индрашес, передача туда на пятак, и как-то так, знаете, оказались там вдвоем. Рижане против одного голкипера Худобина, уже в пустые ворота. Шайбу посылает Мартин Шкарсумс, самый результативный нападающий арижского «Динамо». Ну и посмотрите, как ему тут мягко, как на блюдечке партнер выложил передачу. Это вот как раз активный сегодня Джейми Джонсон. Отмечал я его только что, и вот сразу же он зарабатывает вместе с Индрашесом результативную передачу, а свою уже четвертую шайбу.